Стетоскоп, колба и аптечка. Аптечку вижу, вот она прям рядышком. Молоток у окна. Так, вот это колба у нас. И неврологический молоток, стетоскоп. Со стетоскопом мы уже знакомились, да вон он, шорохи, вот он, да, лежит. У нас доктора у нас просто незаменимые. И что еще и у нас? Вот еще вот эта штука. Понятно. Еще что? Угу. Мы разгребаем тут действительно. Пять штук. Пять штук пузырьков аптечных. 3-4 я вижу. Череп, веревка, 4. Кандалы пациента. Кандалы вижу, да. Судно. Кандалы, вот они, да, я их уже давно видела. Вот бутылочка одна. Вон еще одна, вот там, прямо в мешке. Вот тут? Да. Но на сидушке. Так, на сидушке. Еще где-то одна должна быть. Так, где-то я вроде видела. Ну, смотрите, как уже почище стало, да? Судно, вот наверное, вот лежит рядом, внизу самом. Где судно? Вот это? Да. Оно белое обычно. Так, стандарт суден. Пароходных. Пузырь заныкали, а? Так, череп, а вот череп. Череп, аптечный пузырек, веревка. Ну, веревку я вижу, вон она там на сидушке. Так надо было так сказать. Сразу же. Что там, и шляпа еще, шляпа. А, подкладное судно и пузыречек. А, вот пузыречек. Блин, сразу так не заметишь. Подкладное судно, куда его? Шляпа. Зачем нам шляпа? А шляпа не надо? Подкладное судно нам осталось. А, я думал, это шляпа, похоже. А как оно может выглядеть? Белое такое, как формы тазика, что ли, не знаю, какого-то маленького, низенького. Только с таким внутренним за воротом. Сапоги, что? Ведро. Вот интересно, куда оно там спряталось? Надо искать. Вы уже, наверное, нашли. Это мы тут слепые. Ослепли совсем, да. Есть. Где оно было? А вот за этой круглой штукой. Ну давай, иди в дверь туда, заходи. В коридор больницы. Давай, идем. Трость, пустая бутылка, напильник, карманные часы, штопор, кисть, нож, мастер-ключ. Мастер-ключ. Что такое мастер-ключ? Это электронный такой ключ. Все, все, мы болеть не будем. Трость. Трость, ага. Это что, кисть? Это что? Это не надо, да? Штопор. Катушка, да, какая-то. Нож, штопор. Это что? Это не то. Пустая бутылка. Пузырек. А это что? Это надо? Напильник, не знаю, похоже это. Это труба. Что? Труба это? Даже не знаю, что мы взяли. Ну ты попробовал нажать на этот черненький. На вот этот? А я уже нажал, это подзорная труба. Я не припомню. Ну ладно. Нож, напильник, пустая бутылка. Пустая бутылка. Вон она в углу. Да, большая бутылка очень. Что а это было? Напильник. Нож. И нож. Нож. Кто в психиатрической больнице может раскидывать ножи? В общественном месте. В коридоре больницы. Вообще, это ж с ума сойти, что психи могут сделать. С этим ножом. Что могут его использовать не по назначению. Записки. Рецепт врача.
Три штуки. Блокнот. Один? Ну да, тут уже больше не написано в этом. Я думал другое. Рецепт. А вон рецепт за сумкой черную. Где? Нет, вот внизу. А, вот такие. И вон рецепт. Там еще вон один. Нет, ошибка. Значит, они вот так маленькие, вот они. А второй, ой, третий. Третий, да? Угу. А вот он что. Ой, какой мелкий. Нюрнбергский кодекс. Категорически запрещено использовать людей в медицинских экспериментах. Но исследований это не касается. Если врач пытается вылечить пациента, то любые меры оправданы. Орчард. Вот то это есть, им. Да, они могут... Эксперименты? А ты парень буйный. Этот. А этот парень буйный. Если он хоть кого-то тронет... Фляга, аптечка, настенные часы, металлическая кружка, коврик, вилка, мышь, ножницы. Много. Настенные часы обычно на стене. Да. А куда логика. Это собирается-то куда? Железная. Коврик обычно на полу, да? Но я на полу не вижу никаких ковриков. А что? А, надо? Вот коврик, что ли? Я думал, ты часы. Что он там сделал? Фляга. Фляга, как она выглядит, фляга? Фляга. Ну, она как... А, фляга, это как тебе дарили на работе. Да, да. А, это кружка очень металлическая была. Вон фляга, внизу вот это вот, да, вот она. Где вот это? Да. А, да, да, да. Аптечка. Ну, аптечка белая с красным крестом. Но я ее пока не нашла. Аптечка, вилка, мышь, ножницы. Какая еще мышь? Мышь? Или компьютерная, или обыкновенное животное. Ладно, вилка, ножницы. Вот вилка. Да. Мышь, ножницы, аптечка. Здесь музыка такая напоминает вот фильм «Лемони Сникет». Тут. Там тоже где-то была такая музыка такая же в таком стиле. Или в каком-то ужастике еще было. Мышь, ножницы, аптечка. Пока не будем еще. А, по-моему, вот там... мышь. Блин, она крысу похожа. А, вот она. Сидела там, восседала. А это что такое? Ножницы. А, вон они ножницы. Ржавые вон они. Да? На этом. Спрятали. И аптечка. Аптечки я вообще здесь нигде не видела. Ну, сейчас мы еще немного поищем, и потом аптечка. И потом что? Что и потом? Пойдем далее. Mm. Как она может выглядеть, эта аптечка? Белая с красным крестом. Плохо. Злится, злится. Герой наш злится. Не стоит так. Какая-то сумка, а не аптечка. Так, значит, опять нам надо найти планшет. И 5 листов. Что-то он хочет у нас записать. Вот они у нас листы. Угу. Я их уже там перещелкала, пока мы другое искали. Вон еще 3, один там. 4. 5, да? И планшет у нас. Планшет, вот он. Тим Орчат. Причина поступления – биполярное аффективное бредовое расстройство. Признаки болезни появились в раннем возрасте. Ричард одержим идеями медицинских экспериментов. Очень умен,
и смог поступить в медицинский колледж, но был исключен за неподобающее поведение и повышение и превышение полномочий. К пациенту следует относиться с особой осторожностью. Охрана только что сообщила, что Орчарда видели возле особняка. Быстро идем туда! Давайте быстро. Прежде чем мы начнем его искать, нужно кое-что взять. И сейчас нам появится целый список. Та-дам! Лампочка, полухалат, месяц, букет, паук, полухалат, журнал, обалдеть. Полухалат. Свеча, трость. Я понимаю, да. Полухалат. Понимаю. Понимаю свечу. Трость, может быть, могу понять там. Для чего журнал, паук, месяц какой-то, месяц, зачем ему необходимые вещи? Я лампочку вижу. Вот там, где книги на полу лежат, перед диваном. Mm-hmm. Плоская лампочка. Mm-hmm. Да нет, такая стандартная. Что за месяц-то? Месяц. Календарный месяц? Месяц, букет. Букет. Букет — это цветы у нас, да, значит? Букет цветов. Букет цветов где он может быть? Где-то в вазе стоять. Но в психиатрической больнице он может быть где угодно. Паук. А, букет? Месяц. Травку какую-то взял. Угу. Паук, журнал, свеча, трость. Паук, журнал, живет. Паук, журнал, месяц, свеча. А свеча вон она, на, около двери, там вот. Угу. Паук, ах ты вот у нас. Паук запрям. Ну а где же паукам еще сидеть? Журнал, месяц, трость, да. Журнал. Ну, журнал какой-нибудь там. Космополитен. Вон он там внизу лежит. Где утюг? Вот рядом веди. Нет. В бок веди. Месяц, трость. Что-то есть месяц. Вон там какие-то трости стоят, я не знаю, правда, они... Это? Ну вот, одна и там рядом вторая. Нет, это не то. То не то, это не то месяц. Месяц, трость. Что такое месяц, не могу понять. А, может, месяц. На голову, что ли, делается месяц, нет? Месяц на голову. Ну, такой ободок или что это? Трость месяц. Да где-то это все есть по-любому. Где-то-то. Трость за месяц. Спрятали. Так, ну и все. И месяц. Теперь нам надо найти этот месяц. Да, где же он? А что это такое месяц? Календарь, что ли? Я тоже не могу понять. Месяц — это луна, есть такая фаза. Месяц. Там, когда он буквально четверть. И месяц есть календарный месяц. Там январь, февраль, март. В данном случае. Сигареты. А так месяца еще что может подразумеваться под словом месяц? Клизма. Не то. Ну вот, похоже на месяц. Книга. Нет, вот это что? Чешки, что ли, что это? Половинка такая-то, значит, я думаю. Месяц такая половинка должна быть. Только вот где эта половинка может быть? Вообще, зачем ему этот месяц? Зачем он?
Что он с ним будет делать? Он будет призывать психа как-то, который там тоже связан с медицинскими аппаратами. Месяц. Вообще не знаю, что это такое. Фонарик зарядился? Понятно. Обалдеть! Ладно. Мы все обыскали. Так, пачка сигарет, ремень, коробка спичек, наручные часы, степлер, катушка проволоки. Вот, катушка. Я ее увидела уже давно. Пока ищешь одни предметы, наталкиваешься на другие. А наша память, она запоминает это все. И, собственно говоря, эта игра, честно говоря, она даже... Она полезна для памяти, понимаете? Она, можно сказать, развивающая игра, поэтому... Вы думаете, это просто так мы выбрали эту игру? Нет, тут все не просто так. Мы выбираем игры только самые лучшие. Самые лучшие и самые интересные игры. Ну ладно, на этих словах мы закончим, и на этой комнате мы закончим. В следующей серии мы найдем остальные такие предметики, которые заныканы хорошенько, так спрятаны. Подписывайтесь на канал. Будьте с нами. Играйте с нами. Переживайте с нами, вступайте в группу ВКонтакте. Ищите с нами. Подписывайтесь в группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии.